А перед началом данного ролика хотел бы порекомендовать свой Discord сервер. На нем вы сможете покупать либо же продавать своих питомцев, а также не только по Pet Simulator, но и по другим режимам, если же вы хотите, и найти новое общение. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Избан. В сегодняшнем видеоролике мы откроем очень много хэллоуинских яиц, из которых падает эксклюзивка, которая вышла во вчерашнем обновлении. И, естественно, будем надеяться, что все-таки она мне выпадет. С утра я смотрел, вроде бы как их было выбито 9 штук. Сейчас уже прошел почти целый день. И давайте посмотрим, сколько уже выбили. 29 штук. Ну, слушайте, довольно много. Если в день по 30 штук будут выбивать, в принципе, их, мне кажется, станет даже больше, чем донатерских вот этих эксклюзивных питомцев. Так, ладно, давайте тпхаемся в хэллоуинскую локацию. Активируем кусты. На удачу, естественно. Все, готово. И погнали с вами открывать. Также, кстати, у меня прокачаны все апгрейды новые, которые появились. Так что шанс у меня будет, ну, в принципе, больше, чем обычно. Так, ну что ж, поехали. Первое яйцо. Посмотрим, что нам выпадет. А, естественно, все монеты я на видео тратить не буду. То есть конфеты. Потому что это будет очень долго. Сейчас я несколько яиц открою. После этого остановлю запись. Вне записи открою. Мы с вами продолжим. И я вам покажу, какие питомцы мне выпали. Также, кстати, у меня куплен Game Pass. Вот он. А, нет. Вот. Магическое яйцо. Это получается вам дает шанс либо выбить золотого, либо же радужного. А если выпадет золотой либо радужный секретка, вот это, то пипец будет, вы сами понимаете. Так, ладно. Пока что, слушайте, нам даже ни одной лиги не выпало, вот только один эпик. Очень печально, я открыл уже где-то около 10 яиц. Раньше, до обновления, когда яйцо стоило 625 тысяч, они сыпались очень быстро. Сейчас это пофиксили. И, как видите, даже с моими шансами, что-то они пока что не выпадают. Вот уже один выпал. Ну, не так уж и много их выпадает, но было намного больше. Кто играл до обновления, когда яйцо было 625 тысяч, вы поймете. Так, ну ладно, давайте сейчас открою еще 3 яйца. И после этого подведем итоги. Когда открою все яйца. Чувствую, предстоит мне долго их открывать, потому что 6 миллиардов 750 миллионов это довольно много. Так, еще одна лего, отлично. Ну, в принципе, падает. Пойдет, но не так, как было раньше. Обидно. Так, ну все, поехали. Ну что же, давайте подведем итоги. Напомню то, что я открывал на 6 миллиардов 750 миллионов конфет. Вышло это где-то 8,5 тысяч яиц. И как вы думаете, что мне выпало? Естественно, ничего. Ну, есть, так, мифики нормальные. Два нормальных, в принципе, мифика выпало. Сейчас я вам покажу. Естественно, мне секретный питомец нифига не выпал. Ну, в принципе, это логично. Только вот интересно то, что сколько нужно потратить конфет, чтобы выпить эту секретку. Вот это интересно очень. А давайте сейчас посмотрим, сколько уже их выбили. Так, их уже 37. А было вроде бы как 31, либо 29, точно не помню. Ну, вначале там можете посмотреть видео, сколько их было. Так, ну давайте покажу питомцев. А, значит, не выпало 2 радужных мифика, что довольно неплохо. 3 золотых мифика. 1 с роялити. 2 тоже с роялити, отлично. А эти без роялити. И, в принципе, довольно много обычных мификов, но от них толку особого нету.
И также получается у меня вышло 12 радужных огоней получается. Нет, не 12, 10. 10 радужных огоней и где-то около 50 радужных риперов. Ну, единственное, что радует, то что эти питомцы пойдут на раздачу. Также, если вы хотите, чтобы я сделал стрим с раздачей питомцев, то давайте на этом видеоролике наберем 300 лайков. Если вы набираете, то сразу же на следующий день, либо же в этот, в зависимости от времени, я начинаю стрим и буду раздавать питомцев. Так что все в вашем духе. Ну, на этом, в принципе, буду заканчивать. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.